Увидеть таких цифр не ожидали даже скептики. Результат показал: 77% голосов люди отдали за Владимира Миклушевского. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах это самый высокий показатель. На втором месте Алтайский край, на третьем – Новосибирская область. Мы решаем, кого нам выбирать, и потом, чтобы не оглядываться и не говорить, что я не голосовал, вот, значит, вот кто-то там пришел, так иди и голосуй. И наши ветераны, я скажу, Владивостока, я скажу, хорошую активность проявили. Победа в выборах значит, что приморцы выразили свою признательность и доверие действующему главе региона. Люди проголосовали за сохранение того курса, который взял Владимир Миклушевский еще 2 года назад. И ожидают, что именно под его руководством регион воплотит не на бумаге, а в реальности задуманные планы. Из всех задач, которые бы я выделил и которые бы хотел бы, чтобы наша власть и во главе с Владимиром Владимировичем Миклушевским взяла в качестве, так сказать, основного направления своей деятельности, это сделать все возможное для того, чтобы здесь молодежь видела свою перспективу. За эти дни на край избирком легла огромная задача и ответственность. Работа не останавливалась ни на минуту. По ее итогам можно судить, что еще ни один губернатор не получал беспрецедентной поддержки. Рекордный результат за всю историю выборов в Приморском крае поставил Владимир Миклушевский. Инна Гончарова, «Панорама».